Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубикубик. Привет, друзья! Добро пожаловать в противостояние руды Бабл Кваса 1 против Бабл Кваса 2 против Бабл Кваса 3 в Майнкрафте, друзья. Целых 3 Бабл Кваса, и сегодня мы будем добывать эту руду, а также у наших торговцев покупать различные предметы. И нашей главной задачей сегодня будет являться сделать как можно больше киллов. То есть мы все втроем будем соревноваться на протяжении 15 минут. В общем, сегодня, как всегда, будет безумно интересно, но прямо сейчас у меня для тебя есть безумно интересный вопрос. Прямо сейчас на твоем экране появилось ровно 4 ящика из Бравл Кваса. Прямо сейчас пиши в комментариях, какой ящик ты выбираешь, и примерно в середине видеоролика ты узнаешь, кем ты являешься из этой игрушки. Вот, и после этого обязательно не забудь поставить лайк. И, кстати, пиши, кем ты все-таки являешься. Будет очень интересно почитать. И, конечно же, нажимай на красную кнопку подписаться. Ну что же, а у нас будет таймер 15 минут, который через 1, 2, 3 начался. И теперь наша битва пошла, друзья. Погнали! Так. Руда. Руда какая? У меня грушу нельзя скушать. Груша нельзя... Что? А у меня, короче, знаете, у меня такие оранжевые Бабл Квас, короче, кейсы выпадают прикольненькие, прям очень вы крутые. А у меня шлепа, кстати, Нубик, у меня шлепа в тазике, шлёпа твой любимый. Шлепа в тазике, да. Вообще. Шлепа в тазике, это вам не с... чего, не с тазики. Угадайте, кто у меня? Я знаю. А, слушай, я даже не знаю. Эль Папа? Нет. Может быть, даже боюсь перевернуть слово, подставить другие буквы, но не буду это говорить. Скала? Дуэйн Холм Джонсон, что ли, либо кто? Да, реально скала. Реально скала? Да. Просто неприступная скала, походу, реальная какая-то получилась. Да, да. Так, что у нас можно купить? Ничего, кстати, я сейчас добыл 18 единиц своей руды замечательной и купил скалу. Все, я скалой теперь добываю. Да, вот, все, апгрейд произошел, спасибо. Слушайте, ладно. Сейчас. Я жёл... Ой, жёл, что говорю, шёл к этому миллион лет. Он добывает ресурсы твоей рудой, ты представляешь? Да нет, Нубик, она просто может быть изображена, на самом деле. А вот, нет, погодите, что у вас из руды выпадает? У меня какой-то оранжевый ящик такой, вот что. У меня зеленый ящик. У меня, знаешь, что? У меня выпадает сиреневый или фиолетовый. А, у тебя ящик анонимуса, что ли? Да, да, да. Капец, тебе повезло больше всего. Мне больше всего именно анонимус нравится. Он вообще капец какой классный. А мне нравится... Что? Шлёпа в тазике. Шлёпа в тазике? У меня сегодня шлёпа в тазике. Это вообще топчик. Что? Ладно, я понял. Короче, а, вы видели? В магазине, кстати, тоже продаются. Надо проверить, что это такое вообще. Безумно интересно, честно говоря. Это прикол какой-то, да? Я очень хочу купить. Да нет, почему? Это Бабл Квас руда какая-то получается, я не знаю. Так, ладно, пойду еще в чем-нибудь в магазине посмотрю, что можно еще купить. Так, мне... Кстати, а ты, получается, у тебя какая тактика? Ты добываешь? Я добываю. Нет, я чуть-чуть вот апгрейдил, то чем добываю? Да. Чтобы добывать быстрее. Где вот, например, да мне нужно, наверное, все-таки купить лук. Так, здесь я буду смотреть, это сюда буду ставить. Вот так, она, стрелы. Слушай, кстати, еды. Ладно, слушайте, погоди, сейчас я попробую. Кстати, лук, если оттягивать, лук превращается в трусилямбус и хрюньку. И получается, ты трусилямбуса оттягиваешь. Короче, ну-ка, сейчас попробую даже вон туда попасть куда-нибудь. Так, ну-ка, друзья. Так, стоп, в смысле, как я не попал вообще? Стойте. О, попал. Все, трусилямбуса оттягивать, это вообще нормальная тема на самом деле. Так, Нубик, какой твой любимый музыкальный инструмент? Так, а вот оно, что я имею в виду. Любимый? Да. Гитара. А я думал то, что это резинка от трусилямбусов, твой любимый инструмент музыкальный. Так, ладно, короче, у кого сегодня вопрос дня, либо какая-то интересная логическая задачка подготовлена? Так, стойте, мне кажется, или у меня? Что? Ты кажется, что ли? Ну давайте, кажется, то посмотри, что у тебя там подготовлено или нет. Так, мне нужно пока что побольше всего интересного добыть. Так, оружие это хорошо. Давай, 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 если что-то есть, это прикольно. Река, которая помещается во рту. Ого. Нубик, ты сегодня реально подготовился? Это... Погоди. Ну, я не знаю, это типа... Это вопрос под ковыркой или это вопрос как бы... Просто научный какой-то. Звучит как второе. Что это такое? Ну, типа... Так, у меня есть скала и яйцо теперь. Что это такое? Типа слюна, что ли, человеческая? Ты это имеешь в виду?
Нет, не совсем. А, я нет, ну все, тогда. Окей, думаем тогда. Окей, тогда думай. Я просто думал то, что всё, вот это будет фигня. Совсем. А что это такое тогда? Река, которая помещается у человека во рту. Что такое вообще? Я даже не понимаю, что такое. Как это вообще? Горячий чай, быть? Который ты пьешь во рту, там плещется. Нет? Нубик, что-то какая-то. Ты точно уверен, то, что ты правильно свои загадки задаешь, как всегда, там что-то начитаешься чего-то, там потом сам не понимаешь, что произошло. Так, ой. Амонгус, это Эндер Пёрл. Да, это Эндер Пёрл, Нубик. Я только что на него, кстати, тоже нажал, прикинь, прям в одну секунду с тобой кликнули, короче. Так, вот это возьму. Вот это возьму. Вот это возьму. Так, тут у нас дешевенькая вот эта вся штучка. Так, что у нас тут? А где тут руда-то моя? Что-то у меня маловато ее было. Кого маловато? Руда, что. Руда? Слушай, не знаю, искать надо. Тут реально как бы нелегко искать. Нубик, слушай. Леска, ты знаешь ответ на его вопрос? Я что-то, честно говоря, как-то это... Немножечко в замешательстве, думала, честно говоря. Тебя. А что ты думала? Не думать надо. Идти надо бежать вообще-то. Может быть, я вам подскажу. Это если что вам... Ух ты, ты что, тоже купила, что ли? Да. Серьезно? Не, я тогда домой пошел. Стой. Все, пока, давай. Я тут на этом амогусе летаю, Леска. Куда ты там смотришь? Давай сюда иди. Подожди, торговцев береги. Не-не-не, торговцы, я все нормально, торговцы за нас. Все в порядке, ладно, пойду дальше. Кстати, что там еще можно прикольно сделать? Хочу сказать по секрету, что я знаю так, отгадку, так, потому что друзья, я знаю очень давно. Надо вот эту штуку обязательно. Я думаю, то, что... Стойте, я во благо себя буду эту штуку использовать сейчас. Леска, ну-ка скажи, я что-то понятия не имею, честно. Ну, серьезно, это напиток, который ты пьешь, что ли? Я не очень понимаю. Это, короче, Десна. Есть такая река? А, все, понял. Тогда у меня вопрос следующий. У меня следующий вопрос есть. Какой город? Город, который умеет летать. Вы знаете? Ты придумал? Нет, реально такой вопрос. Но таких вопросов можно кучу задать на самом деле. Вообще прям очень-очень много. Какой город умеет летать? Такой город существует в реальной жизни, друзья. Так что это все не выдумка. Так что думайте там тому подобное. Вот, Нубик, что там, атаковать кого-то собираешься? Город, что-нибудь такое? Нет. Город, хеликоптер. Нет, не хеликоптер, все намного проще. Все намного-намного проще. Ну, дальше город, что? Нубик, ну это игра слов, понимаешь? Игра слов. Десна, это такая река существует в мире. Город, умеет летать. Да. Ну, название, которое связано с чем-то, с полетом. С тем, что умеет летать, короче, как-то так. Что, не знаете, что ли? Какой-нибудь город-парашютинг. Нет, вообще все очень просто. Подсказок давать не буду, потому что если дам подсказку, сразу догадайтесь, что это такое вообще. Я понимаю, что ответ предельно прост, и мы знаем, скорее всего, этот город, да. Наверное. Ну и может быть вы и не знаете, но как бы он есть, вот. В нем 4 буквы. Что? Слушай, надо подумать. Интересно, это легко, это легко. Так, пока что вы думаете, я напоминаю то, что Леска уже 4 раза как бы откисла. Вот, у нас с Нубиком ровное количество очков сейчас находится, так что у нас с Нубиком упорная борьба идет. Так. Сундук купить? Ну давай, сундуки свои. Слушайте, я такую большую залежу руды нашел. Вы просто... Что за звук? Вы просто офигеете на самом деле. Вот. Так что давайте, короче, каждый по... У вас ровно одна попытка. Давайте называйте ее город. Если отгадаете, то прикольно. Если не отгадаете, то не прикольно. Ну? Ну подожди, подумать охота. Ну ты уже долго думаем, уже столько времени. У нас уже половина битвы прошло. Уже половина битвы улетела просто. Я не знаю, все, я не знаю. Нубик, скорее всего, ну, возможно, и не знает. Вот. А можешь подсказать, в какой стране? Ай. Да, ну я могу букву назвать. Ну в России, давай. Может быть, где-то еще в какой-то стране в мире есть такой город. Это не исключено. Так, что я хотел взять? Город, который может летать. Да. Так, что такое? О, друзья, слушайте, возьму-ка на всякий случай. Стоп. Что может летать? Я понял, зачем я это потратил, друзья. Просто потратил это впустую, все получается. Так, хочу дробашек. Так, и на этом у меня, получается, все закончилось. Так что я возьму 3 еще вот такие штуки и пойду дальше шахты, короче, майнить, вот, и добывать все это дело. Ой, больно. Леска, ну что, давай уже времени вообще реально куча. Блин, не могу догадаться, ну крутая загадка. Ну скажи, наверное, не знаю. Сам себя взорвал. Орел! Вот и все. Вот и изи получается. Нубик, знал такой город-то хотя бы? Есть такой город. Кстати, может кто-то оттуда нас смотрит, напишите в комментариях. Так,
Кто-то, возможно, действительно и смотрит чего-то там. Потому что город... О, привет, Нубик. Ой, ты что ли? Здорово, чуть не узнал тебя, прикинь. Смотрю, ты не ты. Смотрю, ты, оказывается. Это что? Привет. Да я там взял сам себя на C4, короче, это всплюхнул немного, и все, там уже как бы лидерство потерял, получается, максимально быстро. Вот. Да, ладно, Нубик, я у тебя тут где-то в шахтах пока посижу, посмотрю, что у тебя тут интересного всякого есть. Вот, ты не переживай, все под контролем. Все под контролем. Ничего, все нормально, Нубик. Не боись, не боись, не боись, все нормалек. Все нормалек, все происходит, короче, вот это все. Вау! Вау! Что там нашел-то, Нубик? Что такое? Просто. Так, тут я так чувствую, сейчас что-то Шиди там шурудит. Сейчас скажите, вот мне немного осталось добыть, чтобы я смог атаковать. Давай, 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 давай. Слушай, ну я не знаю, я атакую уже успешно, прям с самого начала, мне в принципе всего хватает. Так что. Опа, 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 просто опа, я опа. Руду не мог найти, не понял. Не понял. А что ты там делаешь, Шиди? Леска, я делаю то, что ты могла бы делать на самом деле. Почему-то это делаю я в конечном итоге. А что ты делаешь? Я план воплощаю в реальность, короче, вот. И все. Ай! Нет, я в ловушке, мне надо отсюда выйти, я не смогу. Стоп, а, я смогу, я смогу. Так, нет, так, главное, подождите. Есть, есть, успел, 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 слез. Все, леска не успела, короче, меня подловить. Не получилось. Так, а что я здесь вообще делаю? Я шел добывать вообще-то руду. Что я здесь стою, вообще не понимаю. Всё, пошёл так. Добывать. Чё-то мой план вообще а ни разу происходит? Не... Что такое? Это что такое? Не знаю. Что, закрыли тут? Закрыли, кто-то закрыли, что-то там закинули что-то тебе, Нубик-то вообще реально. Да вообще? Так. Ладно, кстати, до конца битвы остается меньше 5 минуточек, так что давайте, давайте, пока что леска у нас проигрывает. У меня пока меньше всего получается, меньше раз всех я откис. Так что пока что, друзья, лидируем, лидируем в этом противостоянии. Так, идем. Так, куда ты мне тут телепортнулся? Куда? Я никуда тебе не телепортнулся. О, Нубик в атаку пошел, все. В атаку он... О, Нубика тоже... Леска, ты что, его подловил? Ух ты, Леска, ничего себе, друзья, смотрите, у Нубика чего? Только что было 5 откисаний, сейчас у Нубика уже 6 откисаний. Что происходит почему? Сегодня? А нет? Нубик, ты что, промазал эндерперлом, что ли? Он что-то сам там сделал. Прикинь, у него было 4, стало 5, потом 6 уже стало очков. Напоминаю, чем меньше очков, тем лучше. Нубик, стой! Что такое? А что ты делаешь там? Что у тебя произошло? Ты в скалу врезался в Лескину, что ли? Или что-то произошло? Взгляд увидел вот эту поднятую бровь, и все, Нубик сразу, короче, отлетел куда-то в другую планету. Вот, так, что там за шумы идут? Безумненько интересно посмотреть. Так, кто там смотрит на нас? Не знаю, кто... А ой, в смысле? Смотри-ка. Ничего себе, нормально ты меня... Смотри, я не думал, то, что меня кто-то увидит вообще, на самом деле, честное конечно, слово. Конечно, увидела. Так, не трогай, ладно. Не трогай, пожалуйста, нет! Я тебя хотел зайти! Так, я не понял, надо. Хорошо. Так, Нубик, ты где есть-то там? Ух ты! Я попал тебя через стену, прям прикинь, реально так, прострелом просто стену? Забрал. А вот как-то так произошло, вот это, вот как-то вот так всё, произошло. Товарищи, короче, так, стойте, почему разрывная. У меня. Почему, где мое везение? Почему мне больше. А, нет, попалась руда, наконец-то. Сейчас будет финальный закуп, секунду. И я уже буду держать оборону. Прятаться нечестно. В смысле нечестно? А что надо делать тогда? Тебе отдаваться, я что ли, шучу, по полной? Я шучу. Так, так, ладно, все, хорош. Друзья, хорош, хорош, хорош. Надо подниматься назад, короче, потому не что у меня очень много материалов. Трогай. Вот. О! А нет, все-таки план сработал. Паника. Все-таки план сработал. Так, Нубик, ты что-то вообще так по голосу прям на чили. Головешка бегает. Вообще прям на чили, реально. Уйди! Так, тихо, моё тихо, спокойно, Нубик, спокойно. Только не кричи, только успокойся, только я успокойся. Так, сейчас мы, друзья, сейчас мы вот так пока что побы... Здравствуйте. Здорово, ну привет. Привет, привет. Чё делаешь-то тут? Баррикада, Нубик, это баррикада настоящая. Вы что думали, будет так просто, что ли, будет так легко? Ой, ты со спиной у меня, что ли? Капец, я думал... Нет, тебе повезло, я бы и припасы себе не закупил, тебе капец как... Труселямбами тебя сейчас затыкаю, короче, давай. Не надо, не все, надо. Леска... Ой, Нубик, видал, труселямбусами закидал Леска, Леску, я короче. Я так, 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 так. Наблюдаю. Друзья, мне нужно вот эту штуку, зрелище. Короче, по-быстрому накупить. Все, в принципе, на сегодня я, наверное, уже... Я буду оборону, короче, дальше держать. У меня форт целый получился здесь настоящий. О, Нубик мою тактику повторяет. Нубик мою тактику нет, повторяет. Я хочу свою так, повторять. Надо эндерперлисов немного еще закупить. Так, кстати, вот это возьмем, вот это возьмем. Друзья, ситуация накаляет. Нубик, сейчас я трусы буду вас закидывать, короче. Смотри, Леска, Нубик. Нет! Нубик, я к тебе труселямбусы закидываю. Леска, лови! На! Нет! Лови давай, на! Это труселямбусы, короче. Нет, труселямбусы просто, безобидные. Нубик, смотри, смотри на меня. Ну, серьезно, честно, ничего не будет, смотри. Видишь, летят к тебе, короче. Смотри! Так, ну-ка, где Леска? Смотри у меня, что?
Так, ну, полторы минуты спасибо. До конца битвы, друзья, полторы минуты. Да ладно. Все на леску что-то напали прям очень сильно, вообще непонятно, что происходит. Так, в таком случае, сейчас мы сделаем так. Так, замочил он меня. Так, это точно леска, это точно так, согласен абсолютно. Нубик сзади. Опачки, опачки, а ты что думал, на леску нападать так, всё, так леску, просто, что ли? Леску на леску постоянно будешь как, нападать. Я не знаю, что, как яичко какое-то об стенку. Это точно. Так, леска сама размазалась, на самом деле, хорошо об стенку, вот. Так, куда бежишь? Иди сюда. Эй, в смысле, как? В смысле, вот ну как вообще-то произошло-то? Я не понимаю. Что там вот стоите? Взял, просто попал в меня как-то, реально непонятная история произошла. Вот, и свои баррикады на этом все. На это... Слушай, а у меня, знаешь что, Нубик, у меня, представляешь? Леска башни строит. У меня, походу, вообще патроны закончились, и все. У меня, походу, патронов больше вообще нет, короче. Почему это я вру? Почему ты хочешь, чтобы я вышел на тебя, сам стрелять будешь сейчас? Ну, можно, возможно, да. Леска, давай, я тебе помогаю. Не, Леска, я тебе хочу помочь, чтобы ты победила. Нубик, подкатили, подкосили. Так. Че там спрятался, Шеди? Нубик купил автоматическую винтовку, короче, с нее просто зажимает, короче, нет, и все, ничего. Не автоматическая, в смысле, ты пальчик нажал такой на курочек и держишь, короче. Это автоматически называется, Нубик. Нубик. Если что. Это конечно, 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 автоматическая. Ты что думал? Вот он, смотрите, друзья. Ну ладно, я, короче, хоть как-то. Но время вышло, кстати, все, стоп, остановились. Итого, Нубик напал на бедную леску. Леска не смогла отбиться, короче. Леска еще Амогуса закинула вообще не в ту... Куда ты? Время вышло, что ты меня стреляешь? Битва окончена уже. Я с кем разговариваю? На, трусы лови, короче, себе. Вот туда, на, лови, короче, туда. В общем, друзья, вот такая вот на сегодня битва руды Бабл Кваса получилась. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не забудь написать в комментариях, какой бабл-квасер тебе сегодня в этом ролике попался. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.